О, Сайран, ты в такой момент пришла. У нас снова хаос. Вот как? Что случилось? Идем, поговорим в комнате. Ладно, давай поговорим в комнате. Что снова происходит? Что опять с ними? Вы звали меня, госпожа Ифакат? Отныне ты будешь следить за Феритом. Куда бы он ни поехал, ты будешь сообщать мне. Я хочу знать, кто с ним рядом. Все мне докладывай. Но ты должен быть очень осторожным. А что, если господин Ферит поймет? Не поймет. Я доверяю тебе. Сайран, у меня для тебя одна хорошая и одна плохая новость. Начну с хорошей новости. Эта проблема с Султан решена, хоть и не так, как я хотел, и Нюхет ушла из особняка. А плохая новость... Что ты делаешь, Сайран? Ненавижу тебя. Как ты мог так поступить со мной? Кто это, Сайран? Кто это тебе дал? Какая разница, Ферит? А? Или, глядя на это, опять что-нибудь придумаешь? Сайран, все, Отпусти, не прикасайся ко мне. Сайран, послушай, я клянусь тебе, я ни в чем не виноват. Я безгрешен. Клянусь тебе, не виноват. Что ты несешь? Какие еще грехи у тебя должны быть? Ты что, ребенка обманываешь? Что это? Что это такое, Ферит? Посмотри хорошо, хорошенько посмотри. Вы не целуетесь? Не целуемся мы, Сайран. А что вы тогда делаете? Ты ребенка обманываешь? Не целуемся мы, позволь объяснить. Что ты объяснять собрался, Ферит? Сайран, послушай, в тот день я был очень пьян, ты ведь знаешь. Я пошел туда, когда покупал выпивку, подошла какая-то девушка и просто прилипла к моим губам. Я сразу оттолкнул ее. Все не так, как тебе кажется, клянусь тебе, не так. Потом я сказал Аби, что пора уезжать, у меня будут проблемы. Остальное ты знаешь, я приехал домой, вот и все. Позор тебе, Ферит. Позор тебе. Нет. Нет, я должна была в самом начале понять. Я сама дура. Я ведь дура. Нет, я задыхаюсь, Сайран. Оставь меня в покое, Сайран. Мне надо подышать воздухом, Сайран. Это так ты дышишь, да? О, Аллах! Сайран, я же тебе говорю, что я ни в чем не виноват! Почему ты не понимаешь? Кто дал тебе эти фотографии? Посмотри на меня! Кто дал фотографии? Скажи мне, кто дал? Не знаю я, Ферит. Не знаю. Кто-то оставил рядом с моей сумкой. Какая вообще разница? Нет, есть разница, это важно. Ты не видишь, что кто-то открыто играет с нами? Кто-то пытается нас разлучить, ты не понимаешь этого? Зачем кому-то пытаться нас разлучить, Ферит? М? Зачем кому-то пытаться нас разлучить? Хорошо, раньше я бы сказала, что это сделала твоя любимая Пило, но ее нет. Кто и зачем хочет нас разлучить? Почему у людей должна быть такая цель? При чем тут это вообще? Не знаю, Сайран. Послушай, правда, не знаю, кто и зачем это делает, я не знаю. Но я клянусь тебе, я ни в чем не виноват перед тобой. Хорошо, я чего-то не знаю, Ферит. У тебя есть другая? О, Аллах! О, Аллах! Сайран, не неси чушь, а? Ты что? Тогда что, Ферит? Тогда что? Кто и зачем делает это? Объясни, кому и зачем это надо? Объясни мне, я не понимаю! А? Что? Я спрашиваю, кто станет это делать?
Кто и зачем это делает Ферит? Я задала очень простой вопрос, Ферит. Ответь мне. Прошу тебя, Сайран, прошу, успокойся. Хорошо, ты права. Хорошо, ты права в том, что злишься, Сайран. Ты абсолютно права. Хорошо, но я клянусь тебе. Я тебе это докажу, Сайран. Докажу. Кто бы ни пытался нас разлучить, я найду их, Сайран. Найду и приведу к тебе. Обещаю тебе, Сайран. Хорошо, я докажу тебе это. Хорошо, красавица моя. И я очень хорошо знаю, что ты сделаешь, Ферит. Ты снова отвлечешь меня. Выиграешь время и придумаешь очередную ложь. А я наивно поверю тебе, как всегда, не так ли? Ведь это так. Сайран, прошу тебя, не неси чушь, а ты снова теряешь рассудок. Послушай, красавица моя. Я Ферит Корхан. Когда я куда-то хожу, люди узнают меня. Я не обычный парень из обычной семьи, понимаешь? Поэтому, к сожалению, Сайран, в моей жизни всегда были такие вещи, и всегда они будут, Сайран. Что значит «всегда будут», а? Вот что это значит, Сайран. Эти тупицы, эти толпы дурочек всегда были в моей жизни, даже если я ничего не делал. И будут, Сайран. Будут. Другого объяснения тут нет, понимаешь? Я ничего не могу поделать. Понимаешь, Сайран? Не понимаю, Ферит. И никогда не пойму. Опа! Что происходит? Вас слышно во всем доме. Что вы снова не поделили? Я смотрю, ты привык к нашей комнате, да? Здесь проходной двор, что ли? Ты что сюда входишь, когда тебе захочется? Что происходит? Ферит! Ты для начала вспомни свое место, понял? Я пришел сюда не твое красивое личико увидеть, зять, а? Моя дочь пришла в особняк с грустным лицом, а я пришел спросить, что произошло? А? Дочка, что произошло? Ничего не произошло. А мне так не кажется, Сайран. Что происходит? Что тебе так не кажется, а? Она же тебе говорит ничего. Почему ты не понимаешь? Ферит, послушай. Ты следи за своими движениями. Понимаешь, о чем я? И тон пониже. А? Иначе я сам его понижу. Давай, сделай это. Я посмотрю, как у тебя получится. Давай, сделай это. Ну, давай. Все, все, хорошо, Ферит, остановитесь. Слушай меня. Не огорчай мою дочь. Иначе... я тебе оторву голову. Будь умным. Я очень хорошо умею отрывать головы. Аллах, ты посмотри, а? Ты посмотри. Не своди меня с ума, папа Кязым, не своди. Ферит, все. Успокойтесь, я прошу вас. Все, папа. Ты можешь оставить нас наедине? Я потом приду к тебе. Аллах, Аллах. Прости, Всевышний. Прости, Всевышний. Аллах. Ха, еще говорит, прости, Всевышний, а? Сайран, послушай, я тебе клянусь. Я докажу тебе, что я не виноват. Ты поняла меня. Хорошо? И если кто-нибудь играет с нами эту игру, то я найду его и приведу к тебе. Я даю тебе слово. Сайран, клянусь, я тебе клянусь. Послушай, я не виноват в этом, поверь мне. Пожалуйста. Поверь мне, Сайран, я прошу тебя. Не расстраивайся, любимая. Не расстраивайся, ладно?
Но дело в том, что мы с Феритом на какое-то время потеряли голову. Мы начали целоваться. Не знаю, все, что он говорил в ту ночь, было совсем другим. Это было больше, чем просто поцелуй. Я отдалась ему. Я подумала, что мы переживаем что-то особенное. Это было что-то невероятное. Боже, помоги мне, пожалуйста. Я сойду с ума. Я сойду с ума. Аби, Аби, возьми его и запри в гараже, хорошо? Пусть ни с кем не разговаривает, ни с кем не общается, ладно? Давай, прошу тебя. Сайран? Я звонил тебе много раз, ты не отвечала? Звук был отключен. А ты в порядке? Что-то случилось? Что случилось? Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось. Самый обычный день. Погода очень хорошая. Показали фотографии, на которых мой муж целуется с одной девушкой. Муж говорит, что это не моя вина, и я доверяю мужу. Сказала, ладно. Сразу ему поверила. А потом мой муж сказал, что докажет мне это. Я поверила ему и согласилась. Сайран, слушай. Я же сказал тебе, что докажу. И докажу, понимаешь? Я докажу тебе, ладно? Ладно. Я же ничего не говорю. Говорю, что жду, когда докажешь. Иди сюда. Иди. Иди. Красавица моя, не грусти, послушай. Послушай. Я клянусь тебе, Сайран, я докажу, что я ни в чем не виноват. Ладно, посмотри на меня, Сайран. Чш, посмотри на меня. Я тебе докажу, клянусь. Но, пожалуйста, не надо. Не расстраивайся так сильно. Не делай этого, красавица моя. Не делай.
Красавица моя, не делай этого. Ладно? Слушай, даю тебе слово, Сейран, я найду того, кто играет с нами в эту игру. И он нам за все ответит. Ты поняла меня? Он за все нам ответит. Умоляю тебя. Не расстраивайся так, Сейран. Ну, Сейран. Умоляю тебя, не расстраивайся. В доме ведь помолвка. Мы сильно опаздываем. Папа очень на меня злится. Пойдем? Пусть злится. Ничего страшного, пусть злится. Все в порядке. Мы сейчас пойдем. Давай, зайдем. Пойдем, дорогая. А, Карлос, должны были привезти мои вещи из химчистки. Если они внизу, пожалуйста, подними их в мою комнату. Разумеется, госпожа. Спасибо. Послушай, Ферит, дед тебя очень любит. Сначала, конечно, немного разозлится, а потом ему понравится твоя честность. В этом вопросе только дед может тебе помочь. Сейран? О чем вы разговариваете? В каком вопросе только дед может тебе помочь, а, Ферит? Ты подслушиваешь под дверью, невоспитанная? Что касается невоспитанности, давайте сравним, кто более из нас аморален и невоспитан, госпожа Айфакат. Тише, успокойся, Сайран, ничего нет, ладно? О чем вы говорили, Ферит? Я слушаю. О чем ты боишься рассказать деду? Ладно, пойдем поговорим в комнате, Сейран. Никуда я не пойду, Ферит. Ты объяснишь? Давай. Фотографии. Фотографии, Сейран, поняла? Я пришел к невестке и попросил помощи. Кто-то играет с нами. Что нам надо найти выход. Она сказала, что надо рассказать деду. Что будем делать, спросил. Она сказала, что дед разберется. Вот и все, Сейран, вот и все. Вот и все. Уму непостижимо, Ферит. Ты пришел и рассказываешь обо всем этом невестке? Этой омерзительной женщине, которая столько всего сделала и тебе, и мне. И причем не спросив меня, Ферит, не обсудив со мной, ты пришел и рассказываешь ей? Браво! Браво! Сейран. Сейран. А что за дело с фотографией? Откуда я знаю? Откуда я знаю? А у меня голова кругом. Невестка, послушай. Послушай. Ты никому ничего не говоришь. Держи рот на замке, ты поняла? Я пойду к Сейран и все улажу. А потом пойдем и все расскажем дедушке, хорошо? Хорошо, что нечего рассказывать. А если бы еще и было, молодец, молодец. Молодец. Как ты мог так поступить со мной, Ферит? А? Ты пошел и все рассказал этой женщине, да? Да, рассказал, Сейран. А что мне делать? Что это значит, Ферит? Это и есть выход, который ты нашел? Просто не верится. Можешь представить, в какое положение ты меня поставил перед этой омерзительной фотографией? Сейран, ради Аллаха, в какое положение ты попала? Ты ослеп, Ферит? А? Мне присылают фотографии, где ты целуешься с девушками. Я пытаюсь жить, как будто ничего не было. А ты идешь и рассказываешь об этом непонятно кому, Ферит. Теперь все узнают. Все, Ферит. Ты доволен? Браво. Нет, Сейран.
Нет, нет. Никто об этом не узнает. Если бы я был виноват, разве рассказал бы об этом невестке, а? Разве скажу, что поговорю с дедом? Разве попрошу у них помощи, Сайран? Разве я так поступлю? Знаю, что в этих фотографиях есть подвох, поэтому рассказал, понимаешь? Почему тогда мне не сказал, Ферит? А? Почему мне не говоришь, что расскажешь об этом и Факат? Почему ты не советуешься со мной? Что я тебе сказал внизу, Сайран? Я все докажу, сказал. Понимаешь, я все сделаю. И выход, который ты нашел, рассказать и Факат. Потрясающе. Правда, потрясающе. А ты знаешь, что для меня означает все это? И Факат пойдет? Она пойдет и найдет, кто стоит за этим делом. А я никогда не узнаю правду. Значит, вы снова скроете от меня всю правду. Сайран. Ферит. Это так же, как вы поступили с таблетками. Но такое не остается безнаказанным. Понятно? Поэтому ни ты, ни они не утруждайте себя зря. Я сама все узнаю. Что ты говоришь, Сайран? А? Что это значит? Что значит, то и значит.